через этот БТР работал по улице не один. Все происходит по одной и той же схеме. Чтобы не было лишних жертв среди мирного населения, сначала войска идут и не уничтожают сразу жилые массивы. Когда БТР зашел вовнутрь, уже по определенным точкам, откуда велся огонь по пехоте, которая зашла через проспект Победы, БТР зашел подавить огневые точки, и вот ему в боковину был прилет из РПГ, также жилого массива. Соответственно, сейчас будет вестись работа по уничтожению здания, откуда был нанесен удар по бронетехнике. В этом доме есть мирные жители. Их боевики Азова закрывают в подвалах, не дают им эвакуироваться, понимая, что при этом российская национальная народная милиция ДНР не будут уничтожать дом крупными калибрами. У них хорошо, то есть они используют террористическую тактику, прикрываясь мирным населением.